Так, народ, еще раз хочу что сказать по поводу детокса и всего остального. Поймите, если, например, освежающие какие-то напитки, например, у вас пониженная кислотность, вот, допустим, у меня пониженная кислотность желудка, и мне очень нравится, ну, например, пить воду с лимоном, если, ну, как хочется. Это неплохо, это нормально. А если, например, человеку нравится вода с имбирем, или чай с имбирем, или чай с жасмином, да, зеленый, и все нормально у него с желудочно-кишечным трактом впоследствии, то ради бога. А делать какие-то там супер-детоксы, типа защелачивания, окисления, ну, надо сначала разобраться, в чем проблема-то сначала, почему тот или иной орган сбоит, и начать заниматься его лечением, то есть восстановлением, а не пытаться бороться со следствием. Потому что если у человека повышается pH или понижается pH, он начинает себя плохо чувствовать, то значит что-то не так, надо узнать почему. А самолечение, в принципе, во многих вещах, оно очень плохо сказывается на нашем здоровье. И часто бывает такое, что врачи потом людей не успевают спасать. Ну, просто поймите, как бы тело-то у вас одно. И, может быть, стоит провериться хотя бы. Вам нетрудно, я думаю, будет, например, провериться, сдать анализы. Ну, я понимаю, что есть анализы, которые сильно платные. Можно, опять же, прийти к врачу и попросить сделать диагностику, потому что по определенному возрасту надо даже диспансеризация, насколько я помню, есть для пенсионеров сейчас. У нас она есть в обязательном порядке раз в полгода, насколько я помню. Мои родители проходят ее. На многих производствах, на многих компаниях это уже поставлено. Опять же, можно взять страховку с включенной в нее диспансеризацией. Тогда вам будет намного это дешевле, вернее, скажем так, бесплатно. Вот. Лучше проводить профилактику, чем потом вот слушать непонятно кого и ощелачивать, окислять организм. Потом есть вот эти вот всякие странные коктейли. Просто вот, ну, по-моему, это немножко не тот путь. Ну, не в то направление, не в то направление пойдете. Мое сугубо субъективное мнение. Поставьте 7, кто со мной согласен.